Ко дню города территория у ЗАГСа преобразится. Там уже появились несколько огороженных участков земли. Это будущие клумбы, а сейчас строители кладут тротуарную плитку. Работы по благоустройству территории у Ноябрьского дворца бракосочетаний начались в середине июня и закончиться должны к началу сентября. Уже две пятницы и две субботы новоиспеченным невестам и женихам приходится заходить на церемонию не через главный вход. Однако, как уверяют в ЗАГСе, никого из молодоженов этот факт ничуть не смутил. Все понимают, ремонт лишь временное неудобство. Благоустройство территории, конечно, это назрело давно, потому что действительно отдел ЗАГС – это лицо города, я считаю, и у нас один отдел ЗАГС. И поэтому молодые, молодожены, любой акт гражданского состояния проходит только в нашем отделе ЗАГС. Действительно, хочется красоты, действительно, чтобы это запомнилось на всю жизнь. Здесь будут клумбы, здесь будут скамеечки, здесь будет подсветочка. Здесь будут стоять фонари. Все будет асфальтировано и планируют поставить шлагбаумы. Значит, территория будет асфальтирована, расширяться. И любые, кто хочет подсвечиваться, будет и сама скульптура вечером. То есть будет довольно-таки красиво.